Предприятие Ленского района Батамайское запускает в продажу плавленый сыр. А в течение года здесь займутся производством молочных коктейлей и творожных масс с ягодами. Помимо ассортимента на предприятии расширят сырную камеру и молочный цех. В мае поступит ультрапастеризатор для термической обработки молока. Срок хранения с 3 дней увеличится до месяца, при этом вкус и качество напитка останутся прежними. Батамайское расширяет не только производство. До конца недели в Ленске откроют первый фирменный магазин. Раньше продукцию сдавали фирме «Ленский фермер». Она занимается централизованной продажей товаров местного производства. Свой магазин нужен вот именно для того, чтобы было оборот быстрее будет, и то, что реализовали. Это одно. Второе, вот у нас сроки короткие же, и чтобы люди могли, например, срок подходит, там день осталось, мы могли сделать усценку и продавать в своем магазине уже с усценкой. Когда магазин машина развозит по городу, вот там заявка поступает, он сгрузится, может больше взять, и потом остатки остаются, чтобы обратно ее возить, а свой магазин привезли, выгрузили. Увеличилось в хозяйстве и дойное стадо – 830 буренок. Корм для животных здесь заготавливают самостоятельно. Помогают в этом субсидии из республиканского и районного бюджетов. На эти деньги Батамайская купила новый трактор, сеялку и мульчер. В этом году планируют приобрести кормораздатчик для коров.